Поздний вечер, проверяем грибное место. И проверка показала, что оно, грибное место, нас обрадовало. Вот, мы нашли на старом месте. Когда-то мы здесь с Пашей собирали опята. Было очень много опят, видимо-невидимо. Сейчас нет такого изобилия, но все-таки приятно. Вот они какие. Очень даже симпатичные. Есть и молодые. Ты там у меня стараешься? Давай, я здесь сейчас буду резать. Вот такие вот. Угу. Ну их прилично. Порежем все. Все, и пойдем отсюда. И пойдем отсюда. Я хотела дальше пойти, но уже поздно. Все на этом. 6 часов. А то заблудимся, трактор перестал где-то там на полях работать. Как бы не заблудиться.